Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день. Приехал я сюда, конечно же, с самого утра. Покормил рыбешечку. Подменил воду Олфоруса. Часто спрашивали у меня, как там за ним ухаживать. Надо температура 28. Каждодневные подмены. Кормежечка манка. Ой, говорю манкой. Овсяными хлопьями, перемолотые на кофемолку, и вот этим кормлю я их. И тогда будет все хорошо с Олафорусом, будет нарастать, будет все классненько. А если два раза в день подмену делать, это будет совсем шикарно, если честно. Также инфузория все вот наросла немножечко. Здесь это под Данюшечку. Видите, какое количество инфузории. Вот так вот. Но это что-то маловато. Значит, там есть пузыри. Да, вот видите. Здесь. А нет, нету. Ну, возможно, ее не особо много. Не успела нарасти. Артемия, яйцо, солоноводная колавратка. Все это дело покормлено. И, конечно же, хорошенько себя чувствует. Малечек Данио. Вот так вот уже подрос. Даже камера ловит. Поймает это все дело. Ну, кормлю, растут, все прикольно и прекрасно. Надо сегодня у них заменить губочки. Вот эти вот. И они уже, я так смотрю, начали кушать Артемию яйцо. Также и вот этот малек вверху. Вот видите, здесь тоже его так немало. Он плохо ловит камера, потому что блики. Ну и, в принципе, с ней все хорошо. Эту Данюшечку надо будет в скором времени убирать отсюда, отобрать белых. Синих так совсем, смотрю, и нету. Ха-ха, капец. Да, ну пару штучек там плавает, а все остальное розовое, желтое и даже немножко салатовых зеленых вот таких вот плавает. Красота. Сегодня еще надо подготовить заказик на отправочку на завтра. И вот видите, с утра еще подготовил под неончика нерестовички. Вода прогрелась, пока я был на работе. И все хорошо. Ну и надо сделать подмены вот у этих всех маленьких аквариумов, где у меня какие-то малечки. Все остальное это будет сейчас. Сейчас высаживаю неончика на нерест и сразу же занимаюсь подменками вот этих вот всех маленьких аквариумов. Возможно, еще успею вот здесь вот отобрать малечка. Ну, конечно же, покажу все это дело. Поехали, работаем. С вами Александр. Главная задача на сегодня выполнена. Неончик по своих домиках, и это, конечно же, шикарно. Ну, то есть, как по домиках? По нерестилищах своих. По парочке, где два самца, потому что у меня самцов немножко побольше. Ну и будем ждать нерестов. Прошлый нерест, конечно же, ну, меня порадовал очень-очень даже таки хорошо. И в принципе личиночки здесь очень много. Я не знаю, получится заснять или нет, но ее здесь, конечно же, много. Вот закинул ампулярий. Вот видите, просматривается немножечко личиночка, закинул ампулярий, вот видите, плавает. Много ее здесь есть. И я закинул ампулярию, чтобы она поела вот эту вот тину. И будет чистота и порядочек. Понемножечку добавляю воду. Личиночка восстанавливается. Уже даже начинает питаться яйцом Артемии. И это очень большой плюс, потому что скорость роста увеличится, конечно же, очень хорошо. И, в принципе, неончик весь на нересте, вот здесь, вот там, здесь, вот как можно видеть. И здесь одна полочка, только вот это вот верхняя, нижние пустые. Ну и домики, конечно же, почищены, у них все хорошо и классно. Только набрать осмоса осталось. Ну, в общем говоря, часть работы уже сделана. И сейчас приступаю я потихонечку вот эти вот подменки у мелких аквариумов. Также вот этот вот аквариум надо освободить, ребят. Вот видите, переместил я в Алиснерию. И вот эта вот рыбка уедет к остальным. К
тернешкам, под размерчик уже такая же самая в дом. В общем говоря, работы очень много. Работаем дальше. И немножко я, ребят, поработал. Вот видите, здесь у меня была тернешка, она подросла и уехала в дом. А этот аквариум специально подготовлен под личиночку неона, которую сегодня высадили на нерест. Также помыты все вот эти вот аквариумы. Здесь вот так вот петушки уже вот так вот подросли. Вот видите, двуххвостый. Вот такой вот красавчик. А также здесь анциструс коридора с мелкий совместил. Здесь живородочки немножко, тоже анциструс. Здесь анциструсы такие вот продажненькие. Барбусы, ай-яй-яй, облики вот такие вот, как бы это заснять. Вот это барбус одесский. А вверху что у меня творится? Здесь, ребят, сапфирчики. Здесь немножечко живородочки. Здесь снова сапфиры и анциструсы, а здесь вот такие вот побольше. Уже продажненькая рыбка. Немножко уехали. Также вот сюда вот забросил еще один выводок сапфиров. Короче говоря, наплодились капец как много, и надо, наверное, прекращать это все дело. Губочки, самцы, и одна самка вот здесь вот сидит уже очень долго и не может никак разражаться. Вот видите. Это я, ребят, собрал немножко малька, который у меня нарожался вот в этих вот отсадниках. Здесь остались роженицы. Здесь немножечко. Ну и также здесь и здесь. Совсем немного осталось. Но так. Если бы я, конечно же, приглядел за этим всем делом, это было бы намного побольше малька и всего остального. Также убрался вот здесь вот у сапфирчиков. И убрался вот здесь вот у этих сапфиров. Но они там наметали снова кучу малька. И, ребят, я вот так вот смотрю, они чем больше, тем больше, конечно же, малечка у них. Ну, вот такая вот красивенькая рыбка. Не знаю, как кому говорят, не нужная, но очень такая прикольненькая, мне нравится рыбка. Ну, цихлидки, у них поведение, конечно же, прикольное. Также вот сюда вот забросил своих, вот этих вот апистограммок красивенных. Ну и, скорее всего, завтра буду потихонечку переводить на осмос. А то самка вот такая вот толстая, самец вон там, он прячется почему-то. Ну, завтра будем переводить. Немножко гурамычей медовый, крайний выводок. Потому что парочки потерял, ну и все вот такое вот, как всегда, короче говоря. Также здесь вот немножко остатков неончика. Блики, конечно же, вот видите, набираю воду горячую, и испарения капец какие. Рыбка уже вся покормлена, сыта, Данюшка красивенная. Видите, какое количество. Ну, классненько. Вода здесь чистая, все хорошо, все подменено. Никаких проблем не должно быть. И, в принципе, работа на сегодня окончена, ребят. С вами был Александр, всем приятного дня, очень хорошего настроения, мирного неба над головой. И до завтра, ребят. Какая живородочка. Класснющая. Пока. С вас подписки, лайки, с меня видосики.